Британские военные протестировали реактивный ранец, но давайте обо всем по порядку. Сообщается, что Королевская морская пехота провела успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных костюмов Gravity Jet Suit в операциях по десантированию. В Gravity Industries заявили, что морской пехотинец также может попасть на корабль с помощью вертолета, но реактивный костюм позволяет сделать это быстрее, приземлиться в любой его части и самостоятельно улететь. Компанию Gravity Industries в 2017 году создал британец Ричард Браунинг, говорится на сайте компании. Раньше он работал в нефтяной индустрии и был в резерве Королевской морской пехоты. Браунинг сам создал прототип реактивного костюма Gravity Industries, проработав над ним полгода. С момента запуска команда Gravity Team выполнила более 105 полетов в 31 стране, наладила сотрудничество в области поисково-спасательных и военных операций, обучила более 50 клиентов полетам в США и Великобритании и постепенно приближается к международной серии гонок, заявили в компании. Костюм включает в себя 4 реактивных двигателя, которые крепятся на руки пилота, и еще один двигатель, который находится на спине. Стоит он $440 000. Поэтому пока компания зарабатывает в основном на сдаче своих костюмов в аренду спасателям, военным и индустрии развлечений. Полет на Gravity Jet Suit занимает около 8 минут. Аппарат способен развить скорость до 88,5 км в час. В ранцах используется более 1000 лошадиных сил мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом. А на этом все, что думаете, пишите в комментариях, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими, поддержите подпиской, поставьте лайк, также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока!